С июля в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. Новые поправки касаются как водителей, так и пешеходов. Пожалуй, главное новшество в правилах дорожного движения – законодатели еще более ужесточили наказание для нетрезвых водителей. Эта проблема в нашей стране не теряет своей актуальности. По данным ГИБДД, в прошлом году в России по вине пьяных за рулем произошло 16,5 тысяч аварий. Погибло свыше 3 тысяч человек, в том числе дети. Поэтому теперь нарушителям под градусом грозит уголовная ответственность. Попался нетрезвым не в первый раз, плати штраф от 200 тысяч рублей или вовсе лишение свободы на срок до 2 лет. К данной ответственности привлекаются также люди, которые были задержаны первый раз до 1 июля 2015 года, а повторное управление нетрезвым состоянием допустили после 1 июля. Они также подпадают под действие данного закона. С 1 июля можно будет по-новому оформить дорожно-транспортное происшествие. Это касается тех случаев, когда в аварии нет пострадавших. Так, в соответствии с поправками, в случае ДТП водителям необходимо немедленно убрать свои машины с проезжей части и не мешать движению, предварительно, конечно, зафиксировав на фото или видео место происшествия. В противном случае автовладельцам грозит штраф 1000 рублей. Есть новшество и для пешеходов. Теперь в темное время суток на загородных трассах они должны обязательно иметь светоотражающие элементы.